Всем приветики. Хотите, я вам покажу что-то типа антистресса. Антистресс, который сейчас все так любят. Берете тарелку, насыпаете в нее пшено и опускаете туда рук. Блин, это на самом деле приятно, когда ты опускаешь руку во все эти шарики. Они такие маленькие, кругленькие. И сжимаешь их, они еще так рассыпаются. Блин, это классно на самом деле. Приятная штука. Можно взять как бы емкость побольше, к примеру. Вот такую. И тогда туда вообще полностью заходит. Прикольно. Но неудобно, что она такая узкая, слишком длинная. Тут гораздо удобнее. Как берешь и... Блин, классно. Все эти шарики, они так рассыпаются. Приятная штука. Только так вот сжимаешь, оно все такое... Шариками такими мелкими рассыпается. И чувствуется, вот, как они все такие бегут сквозь пальцы. Классное ощущение. Вот как-то так это все выглядит. Прикольная штука. На этом все. Это все, что я хотел показать. Всем пока.